приглашаю на сцену Анастасию Никифорову. Она ученица 4 класса Троицкой школы искусств. Пьеса называется «Песня жаворонка». Пожалуйста. Александр Никифоров, он ученик 3 класса Троицкой школы искусств, преподаватель Елена Анатольевна Степанова. А Александр у нас исполнит пьесу Дмитрия Шостаковича «Полька шарманка» из первой балетной суеты. Пожалуйста. Благодаря таким замечательным людям у нас и вырастают такие маленькие чудесные бриллиантики, которые будут сверкать, сиять и прославлять нашу русскую культуру, конечно же, не только в России, но и по всему миру. Да, Елена Анатольевна, хотелось бы вам сказать огромные слова благодарности, что вы работаете с детьми, что вы их вдохновляете, что вы не боитесь участвовать в конкурсах, потому что, как мы всегда говорим, главное – это не победа, а участие. А когда есть активное участие, то победа – это только вопрос времени, да? «Путешествие в страну музыки». Эта программа существует уже много лет, и Настенька тоже училась в этой программе. Эта программа позволяет развивать деток и определить, в какую сторону музыкальную они могут дальше вообще двигаться. Скажи, пожалуйста, часто ли ты участвуешь в конкурсах и часто ли ты побеждаешь? Участвую я раз в месяц. Иногда бывает по несколько раз в месяц. А кто тебя настраивает на участие в конкурсе, сама или вот твой педагог? Наверное, это общее какое-то, да? Общее желание выступать. Настя очень любит выступать, на самом деле, с детства. Скажи, пожалуйста, ты музыкой стал заниматься, потому что с сестры берешь хороший пример, или у тебя это где-то было в душе, душевный порыв? Душевный порыв? Да. А ты выбрал инструмент тоже по душе, или, может быть, тебе хотелось на скрипке, на флейте? По душе, да. По душе нравится рояль? Очень.